Всего одна чайная ложечка этого натурального средства в день, и она себя чувствует просто потрясающе. Моя мама пользовалась этим рецептом и всегда говорила, будто помолодела внутри лет на 30, благодаря большому количеству антиоксидантов, витаминов. Эта смесь помогает улучшить зрение. Одна подписчица вместе с мужем избавилась от очков после курса лечения этим рецептом, теперь спокойно без них могут читать. Смесь положительно влияет и на память, и на слух, укрепляет кости, помогает снизить уровень сахара в крови, а также высокое давление. Готовится легко и просто. Для приготовления мне понадобится треть банана. Банан разминаю до состояния кашицы и добавляю 1 чайную ложку лимонного сока, а также пол чайной ложечки семян чиа. Хорошенечко размешиваю и принимаю по 1 чайной ложке 3 раза в день.